An accident at the Chernobyl power station. People were injured and may have died. People just haven't been told what dangers they may face. Нічого ніхто не попереджав. Працювали школи, садочки. Это, говорят, радиация не ощущается никак. Он невидимый. Подлетаем к блоку. Все думали, что вот сейчас, как я бы говорил, бездумное решение. Nuclear radiation had already reached Scandinavia. People seemed unaware of the potential dangers. Да это ерунда для нас. Ребята все здоровы, вытяжены, мы уже к ней привыкли. Что авария на Чернобыльской АЭС не отразилась на состоянии здоровья населения. Здоровых людей после аварии, по крайней мере, мне такие неизвестны. Природа мстит за аморальность и за фальшивость. Rebellion against communist authority has now spread, and there's almost certainly more trouble to come. Никому не нравится, когда их обманывают.